будем говорить с вами о тех реалиях, с которыми сталкивается каждый мотоциклист, который приобретает спортбайк. А именно будем говорить о затратах и содержании данного мотоцикла. Какая-то погодка не очень. Давайте переместимся в более приятную обстановку. Человек, который имеет данный транспорт, спортбайк, неважно, это какая будет модель, он должен рассчитывать на какие-то затраты. Затраты будут по резине, по маслу, фильтр, то есть расходники, ну и, естественно, заправка. Объясняю. Бенз заправляется раз в 2 дня, а то и в 3, все зависит от манеры езды. Полный бак где-то примерно 200-250 километров рассчитан. Резина меняется передняя раз в 2 сезона, задняя меняется у нас то, как, конечно, ездит. Я уже вторую докатываю, допустим, кому-то хватает и одной. Но цена резины будет передняя 1000 гривен, задняя будет стоить, это новая. Задняя БУ 800-1200, новая до 2000-2200, примерно так. По бензину сами разбирайтесь, то есть примерно это 10-15 заправок в месяц по бюджету. Масло-фильтр у нас меняется, 4 литра масла покупается за 1200. Ну и фильтр гривен 230, то есть 1400-1500 затраты на каждые 4000 километров. То есть, в принципе, это все расходники. Ну и, конечно же, там, доливать все жидкости, тормозная жидкость, расходники и так далее. Ну и сами тормоза. Тормоза тоже меняются, как правило, раз в сезон. То есть, в итоге, совокупность этой цифры будет такая. Давайте проведем простую арифметику. Затраты на сезон. Приобрели вы мотоцикл, резина будет стоить примерно передняя, как я сказал, новая будет 1000 гривен, задняя будет БУ 800, там 1200, новая в 2000, то есть отталкиваемся, это будет примерно комплект передняя, задняя 1800 или 3. Масло, фильтр у нас будет 1200 масла, 4 литра, и там как раз 300 гривен где-то фильтр, в итоге 1500. Это на 4000 километров, то есть на сезон примерно, как и резина, смотря как вы ездите. Тормозные колодки где-то 400-500, возможно 600 гривен комплект обойдется. Топливо примерно 500-600 гривен, я пишу 500 на 10-15 заправок в месяц. Все зависит от вашей манеры езды, опять же. И вот считайте 7500. Итого, на месяц затраты по бензину 5-7500, резина... Масло-фильтр это такое на сезон. То есть считаем в основном бензин, чтобы вы понимали. Вот плюсуйте, сколько, допустим, если вы выехали там с апреля месяца, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, а кто-то и до декабря катается. То есть на 8 месяцев умножайте по максимальному. Да давайте даже не по максимальному, а вот 5000 умножаем на 8. То есть, как поняли, эта цифра... И именно будет по заправкам на ваш сезон, это на 8 месяцев, это будет 40 тысяч гривен. И вот теперь задумайтесь, будет ли у вас такая сумма, это если, конечно же, не возникнут какие-то поломки, там еще что-то, вам нужно будет заменить, не дай бог, и так далее, и так далее. Вы должны понимать, что это действительно роскошь. Но по сути и по факту я вам скажу то, что эта сумма... сугубо злая для кого-то нет, техника такая в принципе не ломается, это сделано на совесть, на качество и в принципе на удовольствие. А это примерно 54 тысячи гривен содержать мотоцикл, ну, считайте, 2000 долларов плюс-минус, там какие-то, может, 4-5 тысяч гривен, все зависит от того, с какого времени вы начинаете ездить и длится ваш сезон. Напишите в комментариях, сколько бы вы тратили. Ребята, также не забывайте то, что проходит конкурс на розыгрыш мотоцикла. Как только наберем 10 тысяч подписчиков, но до этого еще далеко, давайте так, разыгрываем каждую 1000 подписчиков какие-то призы. В сообществе я выкину пример голосования. Зайдете и выберете путем голосования, что хотите, чтобы я разыграл. I'm legit, y'all can't fuck with the boy. I mean, you can try, but I still play with them toys. Big as your big homie, they make plenty of noise. Like your snitch homie, keep them round, case I need to bust. Like your bitch homie, no pop.